Я очень благодарен, что это третий раз, когда во время двух последних лет у меня есть возможность посетить вашу страну. Во время этих конференций у меня были доклады на лекции на русском языке, и после этого мне сказали, что в Петербурге это будет лучше, если я говорю на английском. So the question is, Итак, вопрос заключается в том, каковы тут альтернативы, какие вопросы, связанные с ректальным раком, стоит ли делать тотальную мезорезекцию, колорезекцию, что делать, вот лечение какое, что мы можем посоветовать, какие техники использовать, что будет тут достаточно. Может быть, надо быть осторожными в начале. Может быть, нужны какие-то неоадъювантные стратегии. Не обязательно сразу делать тотальную мезоректальную эксцизию ТМ. Мы смотрим разные варианты. Почему мы вообще это обсуждаем? Потому что обычно, когда речь идет о местной локальной эксцизии, собственно говоря, это возможно, но функциональные результаты будут лучше, чем при радикальной хирургии. Но что касается прогноза, выживаемости пациента, собственно говоря, они не в самой опухоли кроются, так сказать. И мы все знаем это и знали уже это. Вопрос взаимодействия визуализации и патологии на вот такой стадии – это аденома по классификации радиолога. Вначале это СТТ-1, вот это образец, и мы знаем, что главное здесь в лимфоузлах – это ключевой вопрос. В соответствии с литературой, мы можем предсказать статус лимфоузла где-то на 50%. То есть это все равно как монетку бросил, орел или решка. И, собственно говоря, точно мы не узнаем статус. Таким образом, лимфоузлов. Плохие новости. И в конце лекции тоже я скажу некоторые плохие новости. До тех пор, пока мы не сделаем резекцию, не сделаем хирургию, мы все равно точно не узнаем, что положителен или отрицателен этот лимфоузел. Ну, какова ситуация в литературе, в публикациях? В 2015 году, если не ошибаюсь, был проведен мета-анализ литературы. Очень ранний рак, вторая аденокарцинома, сравнение между радикальной и локальной резекцией. Одно было только рандомизированное клиническое испытание. И 12 еще дополнительных, 2800 пациентов. И мы видели 5-летнее выживание. И, собственно говоря, 72 смерти на 1000 пациентов – это много. Но если смертность во время операции гораздо меньше, меньше осложнений, меньше стом. И вот если посмотреть на этот график, тут проводится сравнение трансанальной инцизии, микрохирургии и радикальной резекции. И вы видите, с этой стороны видите баллы, что лучше. С этой стороны радикальная резекция лучше, с этой локальная резекция лучше. А тут 5-летняя выживаемость показана у пациентов, которые прошли радикальную резекцию. А у них больше выживаемость. То есть они от этого выигрывают. То же самое. 5-летняя заболеваемость без заболеваний. Вот здесь это все показано тоже на графике.
И вот это... Я в Магдебурге, где раньше был в университете, тоже вот работал над этими данными, сюда их ставил. То же самое касается локальной резекции. И, ну, понятно, что радикальная хирургия дает лучшие онкологические результаты. Но если посмотреть на смертность периоп, то есть во время операции, госпитальную смерть, то есть я думаю, что лучше вот такие вот локальные стратегии. То же самое для крупных осложнений после операции, постоп, это очень важно. И если постоянная, перманентная стома после лечения у пациента возникает. И такой вопрос. Можем мы все-таки полностью это сделать? Например, местная резекция, если патолог скажет, что результат не очень хорошо, и опухоль не поддается такому именно лечению, то мы тогда можем сделать уже радикальную резекцию после локальной резекции. Ну, вот такая работа была проведена в 2018 году, и сравнивались результаты, когда после локальной резекции потом делалась уже тотальная мезоректальная эксцизия у пациентов. И, ну, понятно, что это дольше операция, больше осложнений, больше хирургических осложнений, анастомоза и больше нарушений мезоректального региона. Но мы не можем просто вот так вот это все завершить радикальной хирургией после того, как сделаем локальную резекцию. Это еще не все. Ключевая проблема для нас, как для хирургов, заключается в том, что нам нужна информация, больше информации, и причем хорошего качества, также и от специалистов по лучевой терапии, химиотерапии, насколько это устойчивые и надежные данные, то есть чтобы можно было судить о результатах на основании этих данных. Вот работа была опубликована в Онтарио в 2018 году по поводу... Это радиолог, который очень много проводил лучевой терапии, химиотерапии на ЖКТ, и он опубликовал результат. Было много вебинаров, много тренингов было, и очень много мы смотрели на результаты МРТ, смотрели на БАЛ-КАПА, шкала КАПА. Мы сравниваем разных пациентов, разных групп, разных людей по разным группам. Если у всех одинаковое мнение, балл 1, если нет, консенсуса 0. И вот, вот этот балл 0,59 этот коэффициент КАПА. То есть вот таким образом это уже лучше, чем как мы просто как кидаем монетку орел и решка, только догадываемся, пока не сделаем резекцию лимфоузлов, допустим. И вот мы так лучше уже будем знать статус состояния лимфоузлов, и чтобы было меньше смертей во время хирургического вмешательства. То есть, собственно говоря, мы смотрели мнение разных радиологов на одного и того же пациента, потом анализировали результаты подгруппы, стратифицировали опыт этих людей, которые занимались радиотерапией, занимаясь лучевой терапией, химиотерапией. То есть, обращаясь к этим специалистам, выводили этот скол, этот балл по шкале КАПА. Но все равно это как будто мы в хрустальный шар как пытаемся, как волшебники, посмотреть, определиться, то есть иногда эмпирически пытаемся определиться. Это результаты Гейдельбергского университета в Германии. Они проанализировали пациентов, которые перенесли операцию между 2001 и 2011 годом, и они, у 68 пациентов была тотальная мезоректальная эксцизия. До хирургии в основном они были описаны как отрицательные опыты. Опухоль Т1, вот в этой группе, а их там сопоставлялись разные стратегии описания опухоли и лимфоузлов, что туда вовлечено, классификация Германа, старая немецкая шкала Эрландера, патологическая классификация, Дегучи, классификация Хэнкса, и мы видим,
что 13% этих пациентов, то есть каждый восьмой пациент, они были лимфоузлоположительные, то есть вот низкий риск опухоли, вот и в 13% пациентов по шкале Гекучи 12, и по шкале Хайс 16, то есть у этих пациентов был меньше риск, риск опухоли, но были метастазирующие лимфоузлы, то есть ни один из исследуемых параметров не может предсказать статус лимфоузлов. И получается, что мы смотрим хрустальный шар, пытаемся предсказать, как ясновидящие будущее. И вот, ну, есть разные базы данных, конечно, база данных СИР 2004-2012, почти 1600 пациентов, радикальная операция, ортоанректальный рак, свыше 12 лимфоузлов было затронуто. Но это 16 с лишним процентов этих пациентов, они имели лимфоузлы, положительные на клетки рака. То есть мы смотрим на размер опухоли и проводим стадирование. Но даже если небольшие опухоли, меньше 1 сантиметра, то 21 против 200. Это означает, что каждый десятый пациент является лимфоузел положительным, несмотря на небольшой размер опухоли, меньше 1 сантиметра. У нас также есть проблемы с литературой, с публикацией научных данных, потому что, ну, где-то каждые 3-4-5 лет мы считаем, что какие-то новые прорывные технологии появятся, изменят весь мир и помогут нам решить все наши проблемы. Мы этого ожидаем. Ну, вот опубликована была статья на основании трансанальной опухоли НТ, публикации между 2009 и 2017. Мы проанализировали 73 публикации. В основном они рассматривали различные кейсы. И мы рассматривали все эти публикации. И вот 66% только этих статей приходило к выводам, которые, собственно, говоря, не основываясь четко на результатах. Все равно это некоторое угадывание, гадание. И вот 75% всех этих предположений в публикациях, они просто ссылаются на конкретные кейсы и категории кейсов, они проводят сравнение между группами этих кейсов, также предоставляют свои рекомендации, но ведь это все не точно, поэтому можно этому и не следовать, к чему вообще. И мы также можем полагать, что новые технологии лучше и дают нам лучшие онкологические результаты. Ну, вот это новое исследование, публикация выйдет в июле 2019-го в хирургическом журнале. Ну, я могу вам сослаться на нее сейчас. Сравнивается лапароскопия или трансанальное лечение роботическое с помощью робототехники ректального рака. Свыше 6 тысяч пациентов. Ну, нет значительных различий в уровне конверсии, заболеваниях, заболеваемости распространения, также удаленного распространения на другие органы и сочетанных заболеваний и выживаемости.
Ну, есть, конечно, действительно новые технологии, но потеря крови, то есть мы сопоставляем опять время операции, оно гораздо длиннее по сравнению с лапароскопией и использованием работы робототехники, и послеоперационная заболеваемость также достаточно широка, инфекция от различных ран, и потом дольше пациенты остаются в больнице по сравнению с открытой операцией. Но посмотрите, это не, то есть после лапароскопических процедур остаются образцы, ну, которые не полностью завершены по сравнению с мезоректальной тотальной эксцизией. Но мы рассматриваем все эти образцы. И потом дальше мы всегда, конечно, смотрим на рекомендации. Нам говорят, надо использовать рекомендации, но рекомендации очень разные, и иногда сложно их сопоставлять даже. Вот эта статья, опубликованная группой парижских исследований в Лондоне, они проводят сопоставление, ну вот, с американскими рекомендациями, с европейскими, японскими, с рекомендациями СМО, хирургическая медицинская онкология Европейского общества. Вот видите, вот 201 это транснациональная эксцизия. Ну, собственно говоря, эти сопоставления очень нам помогают. Или трансабдоминальная резекция, например. А что касается рекомендаций СМО, тут не говорится о локальной резекции. Только они думают, насколько адъювантная терапия поможет. И также, что касается японского руководства, нет вопроса локальной резекции, но расширенной лимфоденэктомии – это сравнение руководств. И мы не должны никогда забывать о пациенте. И существует разница между предпочтениями пациента, предпочтениями врача с точки зрения перспективы пациента и врача. Это работа, опубликованная в Канаде в 2018 году, когда 50 пациентов выжили после ректального рака, их сравнили практически с 400 врачами, которые занимались ректальным раком. Вопрос был следующий. Как вы хотите платить за то, чтобы избежать хирургического вмешательства, то есть вопрос ректальной ампутации, это было приведено в контексте выжидательной стратегии. Пациенты соглашались, что они принимают на себя риск повторного роста от 0 до 20%, и это снизило их шансы на выживание также до 20% по сравнению с 60%, а врачи приняли риск повторного роста только 5%, и снижение выживаемости тоже только на 5%. То есть это совершенно разные были мнения. И конечно, что касается перспективы пациента, это пациенты из Новой Англии, из Соединенных Штатов. У всех из них была коректальная операция, и уровень ответа по центру составлял 27%. И что важно, что наиболее важно для пациентов, чтобы не иметь перманентные постоянные стомы, и чтобы их вылечили от рака без осложнений, и затем 17 или 80% продолжения продолжительность госпитализации, используя лапароскопию, и длина разреза 4%, видимый разрез 2%. Вы видите также это на этой таблице, на этой диаграмме. В основном наиболее важные параметры, и не такие важные параметры здесь представлены с точки зрения пациента, и выводы следующие. Нет простых ответов. И очень важно получить информированное согласие и провести обсуждение с пациентом.
что предпочитает пациент: выживать любой ценой или иметь хорошее качество жизни любой ценой. Это повлияет на нашу стратегию. И существует значительная предвзятость в литературе, нет четких руководств. И, к счастью для нас, операция означает искусство, а не массовое производство. Большое спасибо за внимание.